Привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас заказ Фаберлик по 11-му каталогу, все самое лучшее, интересное. Итак, поехали. Каталог очень щедр на различные акции, я, конечно же, ими практически всеми воспользовалась. Так, одна из классных акций – это при покупке двух бальзамов кислородных, третий идет в подарок. Это классная вещь, универсальная. Кстати, попробовала сейчас на укусы комаров наносить. Не скажу, что моментально снимает зуд, но минутки через две он действительно проходит и сходит на нет. И нет таких вот диких шишек. Это кислородный бальзам для всех типов кожи. Здесь большая концентрация уникального запатентованного Фаберлик комплекса Навафтем. Вещь на самом деле классная. И вот эти три штучки покупать по этой акции действительно выходит выгоднее. Здесь 15 мл в каждом, чем покупать большой бальзам. 13,51 артикул. Во-первых, выгоднее. Во-вторых, удобнее. В сумку с собой, на улицу, в поездку, куда угодно, на море обязательно я возьму с собой, чтобы не тащить большие вот эти пузырьки. Вот, пожалуйста, вот такой вот флакончик. Хватает его надолго. С носиком точечно наносим. Гелевая такая консистенция. Наносим точечно. Он практически сразу моментально превращается водичку, у него легкая, приятная отдушка. Вообще, это спасение для кожи, на самом деле. Если вы обгорели на солнышке, опять же, тоже можно им воспользоваться не только от укусов, но и еще от много чего. Почитайте, если захотите на сайте. Вещь, на самом деле, классная. Так, дальше была акция при покупке любого средства там с определенных страниц ICUL, либо Miss Skinny. У нас с вами идет масочка Мискини в подарок. Ой, Мискини. Айсиул, да. И Мискини, да. Маска в подарок идет за 1 рубль. Я взяла свой любимый жемчужный крем для умывания. Вот так он выглядит. Эта вещь на самом деле классная. Я несколько бутылочек подряд повторяла, когда он только появился. Давно не брала. И вот решила взять. Возьму с собой на море. Артикул 0397. Приходит, смотрите, вот такой вот заслюдированный он. Так, где у нас тут с вами подеть, открыть. Классный крем. Чем он классный? Во-первых, он хорошо пенится. Мне нравится брать капельку средства. Так, у нас здесь, по-моему, тоже зафольгирован. Он еще не только заслюдирован, но и зафольгирован. Артикул 0397. Потрясающий, девчонки. Кто не пробовал, прям вот очень рекомендую. Вещь классная. Он действительно вот такой жемчужный. Он очень хорошо пенится в ручках. Я люблю именно в руках вспенивать. Когда уже много пены, наношу на личико. Наношу на личико и массирую. Вымывает, девчонки, до скрипа. Вот прям до скрипа вымывает. Кожа невероятно чистая. Такая вот лоснящаяся. Ну, в общем, классное ощущение. Вот ни от одной пенки, вообще ни от одного средства у меня таких ощущений не бывает. И вот при покупке этого средства в подарок можно было выбрать маску. Я выбрала свою любимую, кафе латте. Вот это именно мне больше нравится. Артикул 0643. Люблю действительно эти маски, потому что вижу эффект. Кожа такая здоровая после них, очищенная, увлажненная, в тонусе, румянец появляется. Мне хватает на два раза, то есть я по половинке отсюда и по половинке отсюда выдавливаю. Здесь у нас один компонент, здесь другой. Здесь кремовый продукт белый, здесь вот такого вот цвета типа латте, да. Смешиваем в руке, она начинает немножко пениться, пузыриться, наносим на лицо, может даже пощипывать, но работает на ура, работает классно. Масочки эти прям люблю и рекомендую. Набрала, девчонки, еще себе средств для ног, потому что я в диком восторге и от кератолитика, и от крема с мочевиной. Абсолютно другая история. Это не размягчающий крем-компресс, вообще никак нигде не рядом. Он совершенно по-другому действует, он действительно отшелушивает, очень хорошо отшелушивает, увлажняет, все трещинки, все сухости убирает. Притом вот нет такого питания. То есть ты не ощущаешь, что на ногах у тебя какой-то крем, он очень быстро впитывается. И потом вот в процессе дня, если трогать свои ступни, такие маленькие, как катышки, чувствуешь. Ножки очень увлажненные, но нет ощущения, что что-то нанесено. Он потрясающий, он совершенно по-другому работает, чем размягчающий крем-компресс. И мочевины здесь тоже больше. Артикул 1369, две штуки я же взяла, потому что я уверена, что кто распробует, сейчас тоже будет запасаться этим средством. И пока цена в этом каталоге очень-очень вкусная. Кератолитик. Подробный отзыв на него уже давала. Тоже очень понравился. Очень удобно пользоваться. Кто не смотрел, пересмотрите. Ролик есть ранее. 13,48. Так, что взяла дальше? Давайте по бытовой химии пройдемся. Набрала кондиционеров прям кучу, потому что стираем летом много. Взяла вот такой, повторила,
Так, розовый бархат. Я его не очень люблю, но когда все ароматы приедаются, иногда для разнообразия беру. То есть не то, что не очень люблю, но вот эта одушка, она мне не совсем импонирует. 30 стирок. Он концентрированный, артикул 308-55, 500 мл. Белье с ним необыкновенно мягкое, как и со всеми кондиционерами Faberlic равных нету, лично для меня. А душку сейчас освежу. Парфюмерный букет, я бы не сказала, что это чисто роза, но так как я ее здесь все-таки прослеживаю, я ее не очень люблю, на самом деле, в продукции косметической и в парфюмерной. Он у меня... далеко не на первом плане. А две штуки, вот это недавняя новиночка у нас с вами, экзотический Азис, тоже понравилось. Вот знаете, стираю, и прям нравится, как пахнет дома. Вот этот букетик очень удачно подобран. Он действительно похож на мелодию солнца. Он действительно на нее похож, но здесь немножко побольше, что ли, цветочков. Тоже три в одном у нас с вами. А, так, 308-09. Он, мне кажется, погуще, чем розовый бархат. Да, он погуще, но вот иногда так случается. Здесь аромат прям вот, он более насыщенный даже, чем розовый бархат. Хотя там тоже бьет в нос, но он мне нравится, потому что здесь есть и зеленушечка какая-то, и свежесть. И вот эти экзотические цветочки, фруктики. Красивый букет, очень красивый. Так, дальше по VIP-программе. Я теперь уже VIP-50. Писала недавно посты ВКонтакте и в Дзене, и в Телеграм. Спасибо, девочки, что поздравили. Вышла на новый уровень Faberlic, как бы достигла нового звания. И одновременно закрыла VIP-50. И теперь три продукта могу брать со скидкой 70%. Так, что я взяла? Я сейчас найду. А, ну я тут БАДы взяла. Это потом тогда с вами. Я взяла два БАДа и парфюм для стирки. Он очень хорошо со скидкой 70% выгодно выходит. 20 стирок давно не брала. Тоже вот этот сиреневый. Здесь у нас с вами ягодки и цветы. Артикул 308-47. Давно не брала и тоже захотелось. Ну вот как бы ради разнообразия. Он у меня тоже не на первом месте. На первом месте у меня, наверное, все-таки зеленый. На втором желтый. И вот на третьем вот этот сиреневый. Но иногда хочется чего-нибудь новенького. Они все вкуснючие, они все классные, все здоровские. Вот такие вот гранулки здесь. Мне больше, чем на 20 стирок, конечно, хватает, могу сказать честно. Но иногда, насколько я хочу, чтобы сильно выражен был аромат, да. Я стираю с ним постельное белье. Вот в постельное белье добавляю немного, полотенчики немного. А чехлы, шторы добавляю много, потому что их стираешь реже. И действительно при движении активируется аромат. Поэтому парфюм я этот очень люблю, уважаю. Работает, работает как надо. Все отлично. Так, дальше взяла вот такой водный спрей-освежитель «Цветочное облачко». Аромат и увлажнение. Безопасные водные освежители на водной основе. Безопасны для деток, для животных. 303-28 артикул. Кнопочка от деток тоже вот такая есть, чтобы они не пшикали зазря. У меня у Крис был такой период. Она брала эти освежители, ходила, пшикала. И за день могла выпшикать весь. Ей нравилось. Нежный, классный. На лето прям вот этот аромат. Просто потрясающий. Цветочное облако, но с какими-то зеленушечками свеженькими. Поэтому вот взяла именно его. Так, дальше. Повторила опять свой любимый гель для душа. Беру в последнее время только его, потому что очень нравится. Это мицеллярный гель для душа из линейки La Creme. Он у нас с вами с молочными протеинами и с алоэ. Артикул 86-59. Я вам уже говорила, что я его переливаю в бутылочку, где дозатор вспениватель. То есть здесь у нас 250 мл геля и где-то миллилитров 400 воды. И на выходе получается нежнейшая, потрясающая пенка, с которой приятно принимать аромат. Ой, аромат душ. Он сам по себе, вот этот гель для душа, потрясающий, он нежный, он не очень сильно пенится. Допустим, другие гели для душа Faberlic пенятся сильнее. Но он такой нежный. У него такая деликатная душка. Вот мне заходит, и прям даже ничего не хочу больше брать, если честно. Так, для деток взяла, для деток. Вот у меня прям тут заказ практически все самое любимое, все самое нужное. Вот некоторые думают, как набрать заказ там на 50, на 100 баллов себе. Девочки, очень легко. Ну, вы же моетесь, вы же чистите зубки, вы же пользуетесь освежителями воздуха, кремами, вы же за собой как-то ухаживаете. Деткам же вы покупаете средства для подмывания, для мытья, правильно? 50 баллов – это вообще, это вот я себе прям ужимаю. Так, детский шампунь плюс гель для душа. Взяла вот такой 1+, всегда берем как подмывашку из линейки Ума. Так, артикул 27-92. Это я вот прям бутылочки с собой на море. И 0+, тоже взяла, давно не брала, тоже на море с собой возьмем. Так, артикул 27-93. Он пенится немножко меньше, чем 1+, но тем не менее имеет место быть. Деликатный, гипоаллергенный, практически никакой отдушки не имеющий, поэтому класс. И также из серии Ума взяла пену, меняющую цвет. Девчонки ее очень любят.
Она на выходе вот такого цвета, когда соприкасается с водичкой, становится такая вот ярко-синяя. А так в тюбике вот практически цвета, как тюбик, гелевая такая консистенция, прозрачная. И когда соприкасается с водой, водичка становится вот такой вот синей. Пена, она как бы всегда белая, а вот водичка цвет меняет. Дальше еще для девчонок взяла две зубные пасты тоже из серии Ума. Это банан 3+, и апельсинчик 6+. У меня Крис сейчас любит чистить апельсином, несмотря на то, что там немножко мяты есть. 28-85, растет ребенок. А вот эта паста нас просто в свое время спасла. Мы перепробовали многие, и где хоть какой-то отголосок мяты был, она все, она не чистила зубы. А как бы это очень важно для молочных зубок, да и вообще. И вот эта вот паста единственная практически 3+. 28-86 артикул, который абсолютно никакого мятного отголоска не имеет. Вот легенький бананчик и все. Поэтому девчонкам вот такие пасты тоже прикупили. Дальше у меня любимочка, как всегда, вербена мицеллярная водичка. Быстро она у меня сейчас заканчивается. 09-87 артикул. Отлично смывает любой макияж. Глазки не щиплет. Хорошая мицеллярная вода, очень достойная. Взяла вот такие вот мини-патчи для проблемной кожи N4W. Сейчас покажу, что это такое. Артикул 910-103. Здесь их 24 штуки. Написано 12+. Вообще вся эта серия, она у нас идет сами 12+. Недавно прям вот какие-то высыпания были на коже, и Ксюшка у меня подсела. Да и Крис вообще понравилась. Она их прям брала, и вот где комарики кусают, она лепила туда их себе. Представляете? Вот прям лепила и ходила так. Вот так они выглядят. Это вот так вот пленочкой они закрыты. То есть такой силиконовый патчик маленький. Мы его отлепляем и налепляем на проблемный участок. Они разного размера, смотря какого размера у вас проблема, скажем так. И действительно работают. Вот на ночь прилепляла, на лице у меня был прям подкожник такой махровый. И с утреца уже практически все, никакого следа. Поэтому вещь рабочая, очень рекомендую. Еще и 12+. Все отлично, все супер. Так, дальше тряпочки, девчонки, мои любимые. Я стираю их очень часто, поэтому часто люблю обновлять. Сейчас пока они у меня еще все в нормальном состоянии, но чувствую, скоро вот надо потихонечку новых набирать. Потрясающие, девчонки, тряпочки. Вот действительно потрясающие. Они очень круто впитывают водичку. Очень круто. Размер у них хороший. 30 на 30. Салфетка для удаления пыли. Я пользуюсь ими на кухне. 910-432 артикул. Я пользуюсь ими на кухне. Протираю столешницы, протираю стол, раковину и так далее. Ну, от воды уже потом, да? Очень нравится. Вот прям очень. Сейчас открою, покажу. И цвет мне этот нравится. Он мне прям подходит подо все, да, заметно. Здесь есть у нас такая маркировочка Faberlic Home. Безумно мягкие, безумно плотненькие. И здесь не такая микрофибра, которую я не люблю. Вот за нее возьмешь, у тебя заусенцев нет. Но когда с этой микрофиброй с руками поконтактируешь, вот кажется, что она за все цепляется. Нет, это очень приятные тактильные тряпочки. Большие, классные, хорошо впитывающие. Одно удовольствие с ними просто убираться. Так, дальше давайте теперь бабадомка приступим к ним. Достала, в отдельном пакетике были. Что-то из этих двух, что, короче говоря, дороже всего, я взяла по VIP-программе. Так, первый – это магний. Я сейчас, кстати, Ксюшке начала давать, потому что магний для нервной системы и в ее возрасте очень-очень важен, очень-очень нужен. Так что мы с ней вместе пьем. 60 дроже, 158-01 артикул. Пью по одной штуке вместе с одной штукой «No Stress». Фокус, вернись. Здесь тоже 60 штучек. Ага, вернулся. 157-25. Кто-то пьет по 2, кто-то по 3. Да ради бога, потому что состав благо позволяет. Я пью по одной. Вот одну штучку No Stress и одну штучку магния на ночь. И Very Good. Закончился у меня недавно мой любимый БАД. Это Energy Boom, который позволяет всегда оставаться в тонусе, всегда все успевать, всегда переделывать кучу дел и не уставать. Здесь у нас с вами кофеин и гуарана на растительном, безвредном уровне. Артикул 157-27. Это такой природный энергетик по одной в завтрак и вообще красота. Если прям очень тяжелый день предстоит, и вы совершенно не выспались, а может быть и совсем не спали, можно бахнуть две. И все, и красота. Кто пробовал, тот поймет. Кто не пробовал, надо попробовать. И взяла мастоп. У нас какое-то время его долго на складе не было. Вообще вещь тоже очень классная, уникальная. Здесь в составе брокколи много всякой полезняшки. 157-97. Здесь их 30 штучек. По-моему, по одной, если я не ошибаюсь, давно не пропивала. Нет, по две. То есть у нас получается с вами на 15 дней. Надо еще одну баночку будет потом взять. По две штучки. Запивая стаканом воды. Они сами вот такие зеленые. Раньше они немножко другие были, не прозрачные. Сейчас они вот такие прям на живицу похожи.
по 2 капсулы в день запиваю водой. В завтрак тоже пью по 2 штучки. Вы знаете, вот эта вещь вообще уникальная. Столько на нее отзывов. Моя консультант, даже Танюшка, если смотришь, тебе привет. Там, где не помог врач, хороший врач, специалист, даже не один врач, а несколько, помог вот этот мастоп. Я не буду ситуацию описывать в красках, да, но вот действительно работает, действительно крутая штука, поэтому прям присмотритесь. Дальше. Я опять взяла и опять 7 пачек, девчонки, салфеток Ума. Пока хорошая цена. Пока они есть, и их не расхватали, потому что нам очень понравилось. Во, 7, видали? Так, сейчас я лишнее уберу, чтобы нам здесь с вами не мешалось. Пока хорошая цена, пока не разобрали, я запаслась. Взяла 7 штук. Это 0+, новинка, Ума, детские влажные салфетки. Здесь их 50 штук, очень приятная упаковка. Так, девочки, мне в прошлый раз подсказали, что здесь вот эти вот какие-то были вмятинки. А, вот они, да, вот эти вот. Для того, чтобы... Что? Для заглушки, а как ее сюда? Вот так, что ли, лепить? Или как? Я не поняла. Все равно. Вот здесь просто есть, смотрите, видно вам? Вот так вот видно, как наушнички такие, да? А зачем это? Девчонки написали для вот этой штуки в комментариях. А что, как, зачем? Туда задевать как-то? Нет, она не задеется. В общем, я не поняла этого прикола. Артикул 29-23. Да, даже мне не все дано понять. Салфетки понравились. Почему, девчонки? Потому что они очень круто очищают. Это детские салфетки, которые, если их пожамкать в руках, они пенятся. Здесь вот такие вот мишки у нас с вами и сердечки нарисованы. Салфетка большая. Салфетки очень хорошо пропитаны. Я попробовала ими очищать даже ковер в зале, когда его сильно очень чем-то заляпали, тем, что обычная салфетка бы не справилась. Да, даже для уборки салфетка какая-то пропитанная не справилась бы. А вот эти салфетки, ну ура, они хорошо очищают, потому что здесь такая пропитка классная какая-то. Но в то же время они детские, они гипоаллергенные, они 0+, ничего они не вызывают. Вот мы, допустим, в песке у меня дети гуляют, там потом ноги, руки, мама, не горюй. И мы продолжаем еще гулять. Если я вот эти салфетки беру, я вытираю ручки, вытираю личико, очищает все на ура, очищает моментально, и мне это так нравится, и кожу не сушит. В общем, понравились. Очень классная новинка, девчонки, прям вот рекомендую. Так, дальше. Взяла вот такую вот мочалку, давно не брала, с кусочками мыла. Классная штука, взяла опять же на море, потому что это удобный формат. Здесь есть зип-замок, да, и мы возьмем одну мочалку, как бы на всех, но не на всех, у детей будут все свое, а нам с мужем, чтобы не таскать. Вот она такая в мешочке, я еще потом открою воздух, вот так лишний выпущу, потому что сейчас, пока она еще не открывалась, здесь много воздуха внутри. Артикул 910-335, сейчас покажу, кто не брал. Очень удобная, не покажу, тут ножницы надо, а нет, откроем. Очень удобная штука, девчонки, в бассейн, в поездке куда-то. Веревочка есть. И было, по-моему, 7 или 8 кусочков мыла, если я не ошибаюсь. Раз, два, три, 4, 5, 6. Уже точно нашла 6. 6, что ли? Может, пока 6 нашла. Больше не вижу. 7. Вот, 7 нашла. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 7 пока нашла. Может, где-то там и 8, 7 или 8 их было. Вот эти кусочки мыла хватает надолго. Вот надолго реально хватает. Пенится она хорошо. Потом под водичкой вот так ее сполоснули, повесили, чтобы стекала пена. И все, и отличненько. Один раз у нас такая мочалка развязывалась, но труда не составило обратно ее вот этой веревочкой связать. Вот тут, кстати, один конец торчит. Вот он. Она тут хорошо, хорошо прям завязана, хорошо. Но если что-то где-то вылетело, то завязать ее не составляет труда. Она мягкая. Она достаточно деликатная. Я люблю такие мочалки пожестче. Поэтому на постоянной основе ее не беру. Но вот в поездку очень удобный формат, поэтому, конечно, взяли. Так, дальше давайте смотреть. Появились у нас еще в прошлом каталоге прокладки на складе. Я уже запаслась другим брендом, но и взяла свои любимые, конечно же, тоже в запас. Ночные гигиенические прокладки с анионовым чипом. Здесь их 7 штук. 112,95 артикул. Они огромные, они длинные, они широкие. И сзади есть крылышки и защита от протеканий 100%. Анионовый чип в составе и турмалин способствуют тому, чтобы не размножалась какая-то патогенная плохая микрофлора, и даже снимают боли в животе. Не знаю, каким образом, я уже говорила, это все работает, но это работает определенно. Опять же, вот на море взяла 2 вот такие с собой штучки. Это легендарный восстанавливающий спрей «Активный кислород», легендарный кислород из линейки
Axiology, артикул 0256, очень люблю его хранить в холодильнике, холодненьким на лицо разбрызгивать, классная вещь, кожа после него прям как будто дышит. И из линейки NFW взяла тоник от черных точек, он очень классный, Ксюшку сейчас буду приучать уже этой серии пользоваться. 0468, такое ощущение, что здесь есть в составе ментольчик, и он как бы немножечко холодит и очень круто очищает. Вот от жирного блеска в течение дня, а вообще вот ото всего, от уличных загрязнений. Способствует удалению черных точек, эффективно очищает поры, снижает выработку себума, да, есть такой накопительный эффект, увлажняет кожу, то есть он ее не сушит. Это такая, не знаете, не спиртовая вещь, а вот действительно такая интересная, с интересным составом. Ароматик такой тоже освежающий, но классический, как у всей этой линейки. Вот на жару, на лето прям очень рекомендую. Когда протираешь, на ватный диск немножко капнешь, прям кожа дышать начинает. И такой холодочек пошел. Вот у меня недавно закончился флакончик. Я, честно говоря, только им и спасалась в жару. Когда у нас за 30 было, вот в течение дня протиралась, и тогда более-менее себя кожа ощущала. Купоны опять пришли, не забывайте. Мы в этом каталоге еще с вами зарабатываем купончики. Мы еще с вами зарабатываем. Много тут все слиплись. А будем тратить уже в 12-м. Бумажный купон ценности никакой несет, они все потом будут в электронном виде в вашем личном кабинете. Если что-то непонятно, наставников своих озадачьте, пусть объясняют. Так, и каталог. Вот как раз 12-й пришел. Не знаю, возможно, попробуем с вами скоро эти новинки, а возможно, уже не получится, не успею. Посмотрим. Очень хотелось мне их взять, но... Уезжаем. Может быть, у меня получится в промежутке между поездками вот эти новиночки вместе с вами обозреть. Снова будет классный подарок для новичков. Опять у нас серия «Дом» с вами. Все полезности, все нужности. Так же, как и в этом каталоге, который сейчас 11-й. Поэтому ссылочку для регистрации вам всегда оставляю под видео в инфобоксе здесь вверху подсказочку. Ну и на этом все, мои хорошие. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Если это так, обязательно ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.